Что за свет? Пор вызывает Бэтмена? Или к нему прилетел Польша на летающей тарелке? Здорово, Борчик. Здорово, Борчик. Можешь в космос? Можешь Давай в космос? Помогу. Давай, залезай, залезай, залезай. Привет, Борчик. Это теплица большая? И не одна, а несколько. Блин. Привет, Америка! Что это на тебе? Ты что, Россия, не в курсе? Сегодня Хэллоуин. Бойся меня, я сейчас с этой маской так тебя напугаю, что даже ослепнешь. Ну давай, давай, напугай. Давай еще мне подкинь санкции, давай еще на меня напади, давай еще сделай про меня фильм, какой я опасен и страшный. Давай, давай, дальше пугай. Ну тогда скажи мне, какой твой любимый праздник осенью? Ну, мой любимый праздник — это День народного единства, конечно же. А раньше ты говорил, что у тебя любимый праздник — это День Октябрьской революции. Ну, это когда еще батя жил, мне нравился этот праздник. Теперь мне надоело, теперь решил полюбить этот праздник. Вот. А сейчас появятся сценки, где у моих контриболов появились рты. Но вы, наверное, спросите, почему я раньше этого не делал. А потому что я был занят над фильмом про историю России. Поэтому вот я вам сказал причины. А сейчас приятного просмотра. Эй, Польша, хочешь в космос? Конечно. Отлично. Эй, Америка, лови! Что за... О, краша. Нет! Хороший бросок. Thank you, Russia. Курва. Господа, хорошие новости. Я покорил Россию. Америка, как бы тебе сказать, это не Россия? Как не Россия? Хоть не разыгрывать. Что, завидуете мне, да?